Доброе утро, девочки. Прекрасно выглядите. Сегодняшнее испытание будет для вас легким и приятным. Но при этом не забывайте, Марк, надо выделяться. Сегодня я буду заниматься только своим делом и ни в коем случае не буду помогать. Почему ты все переворачиваешь, утрируете и делаете так жестко? Вот такой, он никого не слушает. Ты повери себя как козел. Даяна, нам очень жаль с вами расставаться. Я им желаю удачи, я вас люблю. Нас осталось на проекте трое, и для меня вчера был шок, что я осталась. На камере было видно мое удивление, когда я была вторая после Яны. Чего ты боишься? Есть ответ на этот вопрос? Ну, я была очень уверена в себе в детстве, и когда Вага спросил, почему, чего ты боишься, наверное, этой неуверенности я и боялась. Просто, ну, не сказала ему об этом. Потому что тогда бы он точно сказал, ну, не уверена в себе, тогда иди отсюда. Вот. И я пришла сюда бороться как-то с этой неуверенностью. И если я в тройке, значит, у меня получается. Выспались? Я хочу спать. А что ты ночью делала? Я не могла уснуть из-за стресса, потому что вчера была в двойке худших. Из-за конфликта я попала в двойку худших, и стоял выбор, выгнать меня или оставить. Было очень непривычно. Ну, я по фотографиям, если смотреть, я была уверена, что я была лучше. Девочки, привет! Какие люди! Мы сидели с девочками, просто говорили о том, как у кого началось утро, и тут появляется Оля. Яна! Что ты делаешь? Мы думали, ты уже уехала. Наша красотка вернулась. Я к вам пришла, я не могла так просто уехать. Я пришла вас поддержать, девочки. Вы такие умнички у меня все. Я сейчас расплачусь. Несмотря на то, что у меня буквально через пару часов самолет, я не могла не приехать, не поддержать девочек, потому что они для меня стали по-настоящему близкими, родными, подругами. Вот это сюрприз, реально. Я очень по вам скучала, на самом деле. Каждый день о вас думала, как вы там. Очень интересно было. Вот сегодня решила посмотреть. Ой, мы сами еще не знаем, что нас ждет. Нам самим интересно посмотреть, что будет. Вне зависимости от того, что вас ждет, вы справитесь. Вы молодцы. Я вас очень люблю. Спасибо, что приехал нас поддержать. Нас и так мало осталось. Ты такая молодец. Это такой сюрприз, неожиданность. И вообще очень приятно, когда человек, с которым ты попрощался пару дней назад, подумал, что он уже дома там, где-то забыл про тебя, он вдруг внезапно появляется ради того, чтобы просто поддержать тебя. Я сегодня улетаю. Я буду очень по вам скучать. Вы же знаете, что теперь мы так близки стали за эти несколько дней. Вот, я думаю, что мы будем с вами общаться. Однозначно, 100%. Надеюсь, что мы скоро еще встретимся. Ну, а пока не будем грустить, потому что я буду рядом с вами. Я буду вас поддерживать. Ух, еще одна поддержка. Это хорошо. Ой, теперь мы точно справимся. Я люблю тебя! Доброе утро, девочки. Вы заметили, что сегодня на съемочной площадке нету нашего любимого фотографа. Как вы думаете, к чему бы это? Сегодня не будет фотосъемки. Абсолютно точно. Не буду вас томить, приоткрою занавес тайны. Сегодня вы будете сами себе режиссерами. В вашем распоряжении будет один элемент из продукции нового бренда Марка Тейвен и одинаковый текст. Ваша задача – продать этот продукт зрителю. Вы будете главными героинями своего собственного видеоролика, которые будут оценивать члены жюри. Что ж, желаю вам удачи. Спасибо. Сегодня нам сказали, что мы даже фотографироваться не будем. Будем что-то типа видеоблогерами, будем рекламировать продукты от Марк. И
Вот. В принципе, я думаю, что справлюсь. Мне не помешает то, что я почти не спала. А сейчас нам раздали текст, он у всех одинаковый. Девочки, я думаю, текст вообще не сложный, да? Я думаю, мы его быстро выучим. Я думаю, будет сложнее. Ну да, ну там фишка в том, что надо от себя еще добавлять. Ты же придумала, что будешь добавлять? А какую фразу? Айжан, ты как? Сегодня очень интересное задание. Сегодня мы все будем на равных. И мейкап, и стилисты подобрали нам одинаковые образы. Поэтому сегодня действительно все зависит от нас. Не от профессионалов, а все от нас, от нашего мастерства актерского. А сегодня, мне кажется, что у меня все получится. Я настроена на победу. У нас осталось всего 3 девочки, и, в принципе, я могла бы победить. Возможно, это сделаю, возможно, нет. Да, сегодня нужно действительно постараться. Я роскошная, яркая и дерзкая. С косметикой MAC от Avon ты всегда приковываешь взгляды. Выделяйся. Вот так это надо говорить. Спасибо. А сегодня... финальная сцена. Сегодня самое сложное задание. Потому что девушка от Марк – это не только фотомодель, но это и видеомодель. Ваше сегодняшнее задание – снять видео. Вы знаете, что позировать перед фотографом и позировать на видео – это совершенно разные вещи. Здесь вам нужно собраться и показать свою индивидуальность, харизму, энергетику. Вам нужно сделать так, чтобы девочки всей планеты захотели быть на вашем месте. Но сегодня эта миссия на вас. Именно вы сегодня поборетесь за звание мисс Марк. Линия Марк от Avon – это очень трендовая линия. Сегодня, Яна, на тебе красные губы, они сейчас большой популярности. И сегодня ты будешь рекламировать вот эту помаду. Асиюш, ты у нас сегодня розовощекая красавица. Тебе достались румяна стик. Ну, Айжан, я вижу, у тебя очень пушистые ресницы. Сегодня ты будешь хайпить вот эту тушь. Сегодня финальный этап конкурса. Я на самом деле вас всех вижу, мисс Марк. Но сегодня мы посмотрим, кто из вас справится лучше. Удачи, девчат. Так, Яна, твоя первая позиция – это на стуле, ты смотришь в зеркало. Сегодня перед съемкой ролика наставление нам давала Оксана Ким. Она видеоблогер, известный достаточно. И все время ты смотришь в камеру. Ни сюда, ни туда, в камеру. Оксана раздала нам текст, показала, где его нужно говорить, как ходить. Будет хорошо, если ты будешь еще двигать телом. Потому что вот так просто ходить – это скучно. Продукт у тебя должен быть в руках, и ты должна с ним играть. Когда уже начали мы репетировать, оказалось, это не все так легко. Здесь тебе нужно сделать сальто. Ладно, я шучу. Становишься на эту точку, здесь будет вспышка. Говоришь на эту камеру свой текст. Выделяйся, разворачиваешься и ушла. Перед съемкой нам сказали, что у нас будет всего лишь 5 дублей. 5. Я не знаю, мне кажется, что известные актеры снимают гораздо больше дублей, нежели мы. Когда я села и начала говорить... Есть камера. 3, 2, 1. Начали. Я же скошена. Ё-моё, что это? Я даже «Р» не смогла выговорить, боже. Не волнуйся, не волнуйся. Я встала со стула, сказала 3 слова, и на этом все. Ступор, не знаю, дальше уже не пошло, я растерялась. Какая я роскошная, что я говорю? Соберись, тряпка. Соберись, соберись, Ян. Твои губы станут самыми притягательными. И я забыла текст, все, выделяйся. И выделяйся, да, и уходишь. Я просто забыла, выделяйся. Ян, чуть-чуть нужно быстрее в камеру Еще говорить. Еще быстрее? Да, потому что ты очень Не медленно могу. Говоришь. Только что у меня была репетиция, на ней я показала себя так себе, а после этого был мой первый дубль, который я просто, по-моему, с первых 5 секунд провалила. Яркая и дерзкая. Я забыла текст. Блин, все, я дубль профукала. Блин, я не могу.
могу. Можно кто-нибудь другой насчет? Я сейчас не смогу. У меня руки трясутся. Так, Яночка, соберись. Я роскошная, яркая, дерзкая. Мое будущее в моих руках. Я роскошная, яркая и дерзкая. Молодец, Ян. Продолжай фразу на камеру. Еще раз скажи свою фразу и закончи. Нормально, давай. А с этой помадой от Марк? Нет, я не могу. Все, я уже сбилась, уже у меня не получится. Я поняла, что это такой труд. Это даже еще сложнее, чем позировать перед Вагой. А с этой стойкой помадой от Avon? Нет, еще раз, у меня же есть дубль? От Марк. Хочешь быть в центре внимания? Выделяйся. Яна большая молодец. Сначала у нее, конечно, ничего не получалось. Она нервничала, бегала, забывала текст. Но потом она взяла себя в руки и сделала все отлично. Отлично, отлично, Ян. У тебя были два дубля, очень успешных, без остановки, все хорошо. Молодец, все, молодец. А ты волновалась. Я, кстати, не думала, что Яна так сможет. Я роскошная, яркая и дерзкая. Я забыла слова. Давай еще раз. Взгляды, что-то там, выделяйся. Так, кто-то плохо репетировал. Нет, я репетировала, я забылась. Сейчас прошла репетиция. Ну, не могу сказать, что я с первого раза все хорошо сделала. Я волновалась, когда я волнуюсь, я очень тараторю, не могу связать одно с другим. Давай, Сьюш, соберись. Я роскошная, яркая и дерзкая. Ведь будущее в моих руках. С косметикой Марк от Эйва. Окружающие взгляды. Когда тебя окружают, когда взгляды окружают. Тебе нужно было там остановиться и продолжать снимать хотя бы твою фразу. Ладно, давайте еще раз. Асия, к сожалению, не умеет говорить и ходить одновременно. А для видео это очень важно. Раз, два, три, спустилась и начинаешь фразу. Твоя задача – дойти до точки. Чуть-чуть побыстрее. Такого опыта у меня очень мало, нежели быть просто моделью. Так, Асюша, три, два, раз. Начали. Универсальные стик румяна дарят свободу креативу, чтобы вы были собой. И уходи из камеры. Так, еще раз. Вообще, никаких у меня способностей к этому нету. Запнулась? Говори дальше. Сейчас было лучше, сейчас вообще все нормально. Твоя главная задача – дойти до точки. Там мы можем переклеить. О, она растерялась, она говорила себе под нос, она бубнила, она смотрела в ноги. А Сиюш, два дубля осталось. Выделяйтесь. Ты все время забываешь уходить? Да, я все время забываю уходить. Выделяйся и ушла. Все, вот сейчас будет вообще офигенно, и последний, я пошла. Да. Последний дубль, соберись. Прошло 4 дубля, я все еще волнуюсь, но у меня получается все лучше и лучше. Поэтому думаю, вот у меня остался еще один дубль, и на нем я точно справлюсь. Асиюш, покажи свой характер, будь собой. Хорошо? Я роскошная, яркая и дерзкая. Выделяйся. Асиюш, нормально. Спасибо. Ты все без сапинки сказала, хорошо. So-so. Айжан, сейчас твоя главная задача сейчас понять по скорости, как ты должна оказаться на точке. Ты у нас винтажная, да, такая красотка? Так что давай, поиграй на камеру. Через 3-2 раз начали, давай. 3-2 раз, начали. Я роскошная, яркая и дерзкая. Ведь будущее в моих руках. Ну ты прям вообще тут всех соблазнила. Молодец. Мне очень нравится твоя подача. Айжань, не забывай смотреть на камеру. А так все хорошо. Идти и говорить на камеру, еще и добавлять что-то от себя. Действительно очень сложно записывать видео. Фотографироваться оказывается намного легче. Потом только вспышка, свой текст, да. Вспышка потом свой сюда. Текст. И выделяйся сюда. И выделяйся, и уходи. Она настоящая кокетка. Я об этом ей говорила, и у нее это получилось. Она не только рассказала, да, рекламный текст, а она еще показала свою харизму. Она поиграла с камерой, проявила себя. Когда приковываешь взгляд окружающих... Чего ты вспышки не было?
Айжан, собралась? Да. 3, 2, 1. Начали. Если честно, я просто в восторге от нее, потому что даже я не смогла бы лучше. Молодец, Айжан, молодец. Это очень хорошо. Не расслабляйся, не расслабляйся. Давай, быстренько, быстренько, быстренько. Мне очень помогала Оксана. В общем, ну, такая поддержка присутствовала. И было от этого легче записываться. Когда ты говоришь «я роскошная», лучше говори на камеру, а то не очень слышно. Роскошный объем и соблазнительный изгиб меняет образ даже самой примерной девочки. Эйвен Марк, выделяйся. Опять сделала не в ту сторону. Молодец, мне очень нравится. Да? Вот теперь с нетерпением ждем результатов жюри. Они наконец-то решат, кто будет мисс Марк. Все справились, так что я вообще без понятия, какое будет окончательное решение. Все, поздравляю, съемки окончены. Ура! Девушки, добрый вечер. Вы финалистки конкурса «Мисс Марк». Из 500 заявленных участниц со всего Казахстана до победы дошли вы трое. Сегодня ваш последний совет жюри. Это было невероятно, мы гордимся вами. Сегодня мы посмотрим ваши финальные работы. Это рекламные видеоролики, в которых вы снялись. Напомню, что помимо громкого титула, одна из вас станет официальным лицом нового бренда «Марк от Эйвен». Сегодня вашу судьбу будут решать известный бьюти-фотограф Вага Майлов, бренд-амбассадор компании Avon в Казахстане и ваша наставница Оксана Ким, я ведущая проекта Екатерина Краснова. Девушки, на этом испытании вы своими силами и актерскими данными должны были продать зрителю один из продуктов декоративной косметики Марк. Мы осмотрели ваши работы. И прямо сейчас мы бы хотели обсудить их с вами. Но сегодня проект покинет одна участница прямо сейчас, не дожидаясь обсуждения жюри. Я бы хотела пригласить первую девушку. Асия, я прошу подойти вас к нам. Давайте посмотрим на вашу работу. Я роскошная, яркая и дерзкая. Ведь будущее в моих руках. С косметикой Марк от Avon. Когда вы приковываете взгляды окружающих. Универсальный стик румяна дарит свободу креатива, чтобы быть собой. Выделяйся. Ну что ж, дорогие коллеги, что скажете? Асия, ты немножко здесь зажатая. Видео это явно не твое. Ты сильно, наверное, нервничала, да, на площадке? Обычно, когда я занимаюсь чем-то новым, мне нужно сначала в это влиться, привыкнуть, как бы просто с бухты-барахты, не получается. На мой взгляд, ты прекрасно выглядишь, но тебе не хватает уверенности. Как зритель, я не готова вот прямо сейчас купить этот продукт, который ты представляла. Мне самой стыдно. Ну, я, наверное, буду сидеть как фотограф в первую очередь. Фотографии с Асией, они лучшие из того, что мы делали на этом проекте, если даже по рейтингу смотреть. Да, они шикарные. Но по видео надо работать и работать. Тем не менее, фотомодель ты прекрасная. Над видео нужно работать. Возвращайся к девушкам. Айжан, я прошу вас подойти к нам. Здравствуйте. Давайте посмотрим, что получилось у вас. Я роскошная, яркая и дерзкая. Ведь будущее в моих руках. С новой косметикой Марк от Эйвен, когда ты приковываешь взгляды окружающих. Роскошный объем и соблазнительный изгиб меняет образ даже самой примерной девочки. Эйвен Марк, выделяйся. Ну, Айжан, ты, наверное, слишком нежная и мягкая, и тут же говоришь, я дерзкая. Ну, не совпадает вообще, как бы. Все нежно, все это, да, все.
Мне в целом понравилась ты, но не для Марка, мне кажется, вот в том плане, что да, образ. Слишком много няшности, вот этой милости, да. Ну, Айжан вообще сегодня молодец, она отлично отыграла на площадке. Мне понравилась ее подача, энергетика. Видно, что девочки все старались. Да. Тем не менее, конечно, первый опыт, он, как правило, недостаточно хорош для того, чтобы попасть действительно на экраны. Судя по ее сейчас реакции, ей вообще понравилось сейчас. Видео тебе понравилось, да? Больше, чем фотография. Я старалась быть дерзкой. Немного смешно. Хорошо, спасибо большое, возвращайтесь. Яна, остались вы. Проходите к нам. Давайте посмотрим на вашу работу. Я роскошная, яркая и дерзкая. Ведь будущее в моих руках. С косметикой Марк от Avon. Когда ты приковываешь взгляды окружающих. А с этой стойкой помадой от Марк твои губы станут самыми притягательными. Хочешь быть в центре внимания? Выделяйся. Шикарно, мне очень понравилось. Если вызывает улыбку, это значит нравится. Мне лично нравится. Но опять же, так же, как и остальным девочкам, одно только сказать, нет уверенности. Уверенности не хватает, но тем не менее, конечно, позитивная энергетика чувствуется. Да, ну, мне Яна понравилась, как она отработала. Мне тоже. Ты хорошо выглядишь на видео, отлично. Переживала очень сильно на этот счет, что не получусь именно на видео. Мне хотелось разглядывать лицо и смотреть на продукт, который ты держала. Что же там у нее интересное? Если бы в твоем голосе была твердость, уверенность, и ты действительно пока вот прям дерзкая, то, наверное, это была бы... Да, не дерзкая, и то была бы твердая пятерка. Есть над чем работать, но, тем не менее, результат вполне себе неплох. Благодарю, возвращайтесь. Спасибо. Девушки, сейчас я объявлю ту, кто покинет наш проект. Решение было принято не только по последнему видеоролику, но и по итогу всех работ на этом проекте. Мы учли ваши фотосессии, которые имели первостепенную важность, и умение работать в тандеме с фотографом. Итак, проект покидает... Айжан, мы вынуждены с вами попрощаться. Благодарим за участие. Спасибо. Я получила только самые лучшие позитивные эмоции. Я не профессиональная модель, и такое получить опыт бесценный для меня, это кажется просто вау. Эмоции на всю жизнь. Просто да, буду очень скучать. Асия, Яна, нам нужно посоветоваться и обсудить ваши работы с председателем жюри, генеральным директором компании Avon в Казахстане Денисом Гаглоевым. Мы пригласим вас через некоторое время. Проходите в комнату ожидания. Коллеги, нам предстоит непростое решение. Нужно из двух сильнейших выбрать ту, которая станет лицом Марк. Ну, это действительно очень сложно будет сделать, потому что я, например, делал акцент только на фотографии. Мне интересно, кто лучше выходил на фотографиях, кто лучше позировал. Ну, они были достойные соперницы, я не представляю. Очень сложно выбирать, конечно. Действительно, на самом деле, данный конкурс меня вообще сбил. Здравствуйте, дорогой жюри. Здравствуйте, Денис. Денис. Здравствуйте, Вага. Очень здорово, что вы пришли, потому как нам нужна ваша помощь. Ну, так приступим. Давайте. Денис, наши мнения разделились. Не можем прийти к единому результату, поскольку... Вага, вот расскажи мне. Я не могу судить по последнему конкурсу. Я говорю про видеоролик. Я сужу в целом. А в целом для меня очень важна фотография. И здесь с большим перевесом, как выходит на фотографии из конкурса, это, конечно же, Асия. Я согласна, что Асия достаточно сильный конкурент Яне, но, тем не менее, я видела старания Яны. Последняя Яна на фотосессии, она сделала большой прогресс. Плюс видеоролик, конечно, был потрясающий. Был супер, да. На фоне. Но я бы не сказал, что он потрясающий. Но она была лучше. Согласен, что Асия, на самом деле, в видеоролике она уступила. Но большой перевес, если, опять же, судить по фотографиям, то вы что скажете? Как вы думаете? Для меня... Асия
чуть-чуть выигрывает в способах самовыражения. То есть она каждый раз преображается. И несмотря на то, что у нее ярко выделены зеленые волосы, при этом каждый раз образ получается абсолютно новый. Опять же, вы говорите про фотографию, правильно же? Ну, как выходит? Но вообще внешность Асии для Казахстана несколько нестандартна. Ну, в любом случае, есть второй человек, это Яна, который прямой конкурент ее. Но Яна сделала большой прогресс при этом. Она... Вот если брать ее первые фотографии и вообще фотографии, которые она присылала в конкурс, то есть там разрыв огромный, значит ли это, что она может прогрессировать в дальнейшем? И могут быть еще более интересные фотографии. То есть она с должным тренингом сможет быть еще более выразительной. Ну, я так понимаю, вы больше склоняетесь к контрасту, к яркости, я правильно понимаю? А как же играли розовые волосы у Яны, когда на последней фотосессии, когда она была в стрит-фэшн? Вот я про это и говорю, она ведь тоже была контрастной. Mm-hmm. Да. У Яны, мне кажется, большой потенциал к росту. Мне кажется, она сейчас может быть немножко... Когда этот потенциал раскроется, мы не знаем. Ну, опять да, же, это тоже быть, согласна. Может быть, завтра, может быть, неизвестно. Ну, и, возможно, и у Сии даже. Да. Ну, да. Никто не знает. Но, с другой стороны, на видео все-таки была более раскрепощена. Да, Яна. Яна была шикарна. Все будет окей, все да, будет хорошо. Мы же все равно останемся подругами. Да. Мы подруги навек. Кто бы из нас не был мисс Марк, я буду рада и за тебя, и за себя. Я тоже так буду делать. Да, вот. Как должно быть, так и будет. Все равно наши пути на этом не заканчиваются. К тому же они очень непредсказуемые. Мне кажется, чего-то ждать своего – это бестолку. Капец! Они что-то сделают непредсказуемое, мне кажется. Как вы вообще умудрялись принимать решение до этого? Вот сейчас вы к нам пришли, вы нам помогли. Я думаю, что решение принято, и нам нужно будет позвать девушек для того, чтобы объявить им результаты. Пригласите, пожалуйста, девушек. Девочки, подходите ближе. Вы две финалистки конкурса «Мисс Марк». Это было самое долгое заседание членов жюри. Решение было действительно сложным. Но, к сожалению, победить должна только одна. И это... Асия Аманбаева из города Усть-Каменогорск становится мисс Марк. Поздравляю! Яна, благодарим за проект. Спасибо большое. Вы были шикарны. Я желаю вам больших побед. Спасибо большое за участие. Я оказалась почти в конце. Спасибо. Меня верила мама и мои подруги. Они все время меня поддерживают, все время писали. Особенно мама, она постоянно мне писала. Ты молодец, я в тебя верю. Она говорила, доча, мне не верится, что ты на такое способна, оказывается. Ну, не получилось немножко. Ничего, меня муж дома ждет, ругается. Пойду к нему. Я для него мисс Марк, самая лучшая. Он мне так сказал. Для поздравления я приглашаю генерального директора компании Avon в Казахстане и председателя, члена жюри Дениса Гаглоева. Здравствуйте. Супер волнительный момент, потому что мы этот проект задумывали полгода назад. И вот, наконец, мы видим финал, и финал очень радует. Новая декоративная косметика Марк для ярких, выразительных девушек, которые не боятся показать самые свои замечательные стороны. Я представляю, насколько было сложно жюри принимать решения каждый день. И я поучаствовал буквально в последнем очень активно, но следил за каждым днем, мне высылали все фотографии. Было чертовски трудно выбирать самую лучшую. И сегодня я официально называю тебя мисс Марк. Ты лучше всех подходишь для этой роли. И больше всех ты сумела преобразиться за все те этапы, которые были в конкурсе. Я напоминаю, что каждая из участниц конкурса, которые приехали в Алматы, получит набор косметики Марк в первую очередь.
У тебя же особый статус. Ты знаешь, ты попадешь в каталог компании Avon. У тебя будет годовой контракт. Каталог компании Avon — это уникальное печатное издание, потому что только в Казахстане мы выходим с тиражом 3 миллиона экземпляров. Уже осенью ты будешь в одном из каталогов. Кроме этого, это специальный сюрприз, о котором мы никому не говорили. У тебя будет шопинг со стилистом здесь, в Алмате, на сумму 500 тысяч тенге. Это шикарно. Напоминаю тоже тебе, что скоро у тебя состоится фотосессия. И это будет лишь первая фотосессия в ряду всех твоих замечательных фотографий, работ. А мы будем наблюдать за тобой. Как круто. Спасибо. И еще один момент, совсем маленький. Кроме этого, у тебя будет свой собственный тренинг по макияжу. И это все для тебя, Асия. Приветствую тебя, мисс Марк. Я это сделала, Новик! Я все сделала! Да, я это сделала! Я сказала, я сделала! Поздравляю. Поздравляю. Можно обнять? Да. Я думаю, что все хотят тебя обнять. Ну, блин. На самом деле, я вообще до самого Талова не знала, кто выиграет, я или Яна. Потому что и Яна на эту роль подходим просто отлично. Я никого не подведу, я буду отличным лицом Марк. Я уверена в этом.